Так ты слыхала? У него с Морриган... Ну, ты понимаешь. А тебе больше нечем заняться, как только сплетничать. И кроме того, он вполне может нас услышать. Ты не слишком-то стараешься понизить голос. Да ну, гляди, он даже не обращает на нас внимания. Хм, возможно. А ты не думаешь, что у него это все серьезно? Она ведь очень злая и опасная женщина. Ну и кто теперь сплетничает? Мяу. Хочу напомнить, что начал это ты. А я... Ну, я просто заканчиваю.